против Сибзорка у нас РМК. Играем бот 3 на 500 российских. Не сказать, что я огорчен, потому что пик у меня был довольно сложный. Я уже объяснял, но повторю. Эта версия абсолютно мне не нравится. В ней балансе играть на гибриде, чем на рубике. Так, у нас пик из аур. Не нужно делать рерол, потому что ничего больше нет. Вначале будем играть думаю через два капитана, на второй добавим ВИЧ-доктора и добавим отвод. Блин, вот отвод хороший, рейнджов есть, вопрос только делать ли его двойным, потому что на второй волне урса, то будет боль. А если не будет урсы, то будет переотвод. Вот. Ну и вот, собственно, по этой версии то, что вам может выпасть лейтовый пик в самом начале, но им сложно играть как раз таки старт, и из-за этого вы можете тупо там хил слить или вообще проиграть. Ну вот у него был пик на всю игру, ну и на старт тоже. Вот, а у меня были там морты, минеры, капитаны, ну и все, я просто бы все волны там протекал бы. Так, виспа вроде себе позволить. А, почему? Ну, а, не, не могу. Вот, и он там залагал, да, и, видимо, не стакнул. Я ему там тупо Дина кинул. На второй. Ну, тут курсу зашлю. Так. Значит, ставим хилку. Один отвод. Реролить не буду. Рерольную я на следующей волне. То есть поставлю на третью волну отвод, потому что он рейнджовый. Вот, а сейчас, если я поставлю двойной отвод, то может лажка какая-нибудь получиться, поэтому лучше так сыграть. На второй не скажу, что я доволен, но по сути мне любая волна опасна, что вторая, что третья, без разницы. Так, 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 идем, заказываем виспа, хотя это может быть неправильно, потому что строить мне нечего. Пожалуй, отменю пока. Большой пропуск. Так, у него залитая урса. Пик у него я не понял. Даже особо и не смотрел, честно говоря. Может, он не докинет на третий, не знаю. Ну, в любом случае, виспа не заказываю, потому что будет зависеть от рерола все.
Да, я толком даже не знаю. Наверное, я. Так, значит, идем, ставим плот дальний и приролим. Так, Мишка, Мишка. Ну, знаете, что сделаем, наверное, вот тот берем. И поставим медведя. Вот. Четвертую волну дефним так, то есть можно инкомить. Есть туретки, азуры. Ну, блин, пик такой себе. Ну, пойдет. Для начала. Но он не досылает. Должен дефнуть. Так. Сейчас Михаил потанчит. Ну, у него там супер сплэш какой-то. Так, на пятый апаем медведя. Добавляем агрессию часть отвода. Получается у нас, ну, то есть с этим, с ренжовым двойной отвод. Неплохо будет работать. Это вопрос, строить после медведя, по идее. По восьмой волне мне нужны всякие туретки или клетки. Так, медведь вообще не должен убивать с одного удара в большинстве случаев. Пока что вроде все ваншотит. Круто. Так, у нас горелка. Горелка. То есть лучше слать на 7. Сами имеем проблемы с 8. То есть можно тогда сейчас value вкладывать в туретки. Мне кажется. Ну, то есть, нет, я думаю, даже клетки можно построить. То есть сейчас, если я сделаю 5-2 и сделаю апнутую клетку. Седьмой, восьмой, она будет неплохо там раздавать. Так, сейчас сразу заказываем 4-2, потом виспа. Он пропускает. Все у него закоцанные и одинаковое количество хп. Может быть, это арчи. То есть пара арчей. Ну, в любом случае, слать будет 7. Засыл будет небольшой. Надеяться, что у него не горелка, потому что в обратном случае мне будет полная борода на восьмой волне.
Я уверен, что он закинет. Клетку, наверное, буду ставить здесь. Можно еще глянуть по шестой волне, как он убивает. Так, мы будем слать Урса, Хермит. Думаю, мелочь еще. Хотя против сплэша, конечно, мелочь. Ну, она типа тоже впитывает тебя, но эффект от нее уже не такой хороший. Лол. Не хватает мне одной копейки. Но отвод убирать я не хочу. Значит, поставим что-то типа... А, понял. А, правильно, хватает, точно. Я что-то перепутал. Думал, 300 стоит. Тогда все норм. Так, три урсы. Термит. Ну да, скорее всего, арчи. Как мне думается. На следующую волну инкомить. Ну, ламбериться мне нельзя. Неплохо бы было бы убить Хермита. Но уже тут некому его убивать. Так. Эх, хреново стак, ну ладно. Надо апнуть хп. Обязательно. Так, что у него? У него тоже горелка. Просто какой-то зеркальная, короче, игра. Так, добить Урсу. Так. А вот это вот не очень хорошо. Мне нужна ферма. Она мне накопится, но у меня регена нет. Сейчас буду ставить туретку. Пришлось ее апнуть аж. Так, досылает мелочь. Ну, вэй у меня неплохо. Надеюсь, что пропущу мало. Наверное, слишком оптимистично с моей стороны так думать. Так, на реген и виспа. Так, походу хил я все равно отдам. Да, хил тут отдается.
атаку, если вкачают, то она ничего не решит. Ген у меня есть, поэтому смысла еще что-то там качать сейчас не вижу. Хотя что-то, наверное, маловато регена. Переоцениваю я возможности кинга. Так, девятую пропускать я не должен. Заказываем 7-3. Так, пика для дефа у нас по-прежнему нет ключевой волны, типа там 17-й, поэтому придется что-то изобретать. Так, регена у него нет. А стоит ли слать на 10? Хороший вопрос. Потому что сам я могу и не дефнуть, на самом деле. Но если у него арчи, он должен и так пропускать. Так, и горелка, блин. Просто идеальный расклад для него. И мне придется сидеть как бомж. 7-3, чтобы построить медведя к 10 еще одного. В дальнейшем все равно мне придется апать кинга. Мне даже медведя не хватает. Значит, придется немножко поизвращаться. Ну, все равно штуки 3 я их буду делать. Единственный нормальный юнит в пике. Так. Что-то легенчик разочек. Он еще и засылает. Дерзко. Дерзко. С его стороны очень дерзко. Так, отлично. Одного точно забираю. А вот дальше уже непонятно. Так, понятно все. Дух с одной гули. Вопрос, апнут ли у него кинг. Видимо, он решил, что я буду слать ему. Но на самом деле я тут могу проиграть. Три атаки. Может, он хил отдать. Я могу проиграть.
проиграть вообще. Так, качать надо атаку. Так, я выживаю, он дает хил. Очень хорошо. Так, 12. Так, короче, если я апаю медведя. Ну, я выиграю арену тогда, стопудово. И сделаю 7-5. Мало, конечно. В моем случае сейчас лучше иметь побольше value. Я так думаю. Да, это арчи и грифоны. То есть он защищен от, ну, на 15-й волне. Так, надо убить грифонов. Проблемы тут от них. Так, у него же делается 7-6. Так, заказываем 7-5. Он, по идее, должен агрить в начале. То есть 12-я волна. Возможно, еще 13-я. Может быть, 16-я. Мне же нужно сейчас апнуть кинга, чтобы застраховаться. Так, еще регенчик. Тринадцать атаки мне надо сделать. Думаю, что я сейчас закажу 7-6. Смогу я себе сделать при этом апнутого, ну вот, мишку апнуть. И вот 7-6. Еще мне нужно делать бот рерол дальше. Не думаю, что он будет слать на 15-й. Ну, вряд ли. Он может, конечно, это сделать. Чтобы я начал, но я его и так буду качать. То есть ему выгоднее слать на 16. Потому что у него есть деф у самого. А у меня его нету. Так. 7-6 есть. Тут есть. Если бы был бы вампиризм, можно было бы через медведей сыграть, конечно. Но все равно это такая себе затея. Так, реролим. Минеры. Слоу. Вот хороший пик. На всю игру, по сути. Апаемся. И будем на 17 копить. Так, а он не шлет. Что довольно интересно. Также еще и арчи есть. Можно их, конечно, построить, но считаю, что это именно сейчас трата value впустую. Потому что, то есть это
только защита, у меня будет от 16 волны, по сути, и больше ничего не дают. Вот. Но опять же, это такое. То есть, а вдруг он не будет слать 16? Мои арчи там. То есть их нужно строить минимум 4 штуки, чтобы был какой-то нормальный урон. Вот, а 4 штуки это 8 value. А на 17 волне 800 value в арчах это просто. Просто пустое value. Просто хп какое-то. И арчи у нас не танкуют. Хотя они могут танковать под минеров, в принципе. Потому что минеры будут как бы в куче стоять в этой всей и убить. Но, блин, при том, что есть у нас деревяшка за 130, я думаю, мы можем и так неплохо дефнуть 16-ю волну. То есть будут все быстро бегать и должно быть неплохо. Просто главное сейчас сильно ламбер не апать, то есть вот 7-7 сидеть и все. Имея деф и пик. Можно пойти, конечно, по стратегии защиты. Имея деф, то есть ключевых волн. И вообще в лейт игре это имбовый пик, я считаю. То есть морты, минеры, слоу. Так, ну чё, чё будем делать? Так, сейчас мне... О, ещё и крабы есть, и аппарат есть. Много полезностей всяких тут есть. Построю деревяшку. Построим краба. Просто так, чтобы был. Так, на 14-й апну деревяшку. К 16-й добавляем сюда за 130 деревяшку. Так. Ну и дальше, по сути, все вэлью нам на авминьоров вкладывать. Чтобы чем убивать. Сейчас еще... А, вот досыл. Угу. Как я и думал. А, ну-ка он не слал, точно. Точно, он же не слал. Надо 15 атаки. Их пешку, наверное, будет точить. Наверное, лучше было бы краба вложить. Ну, краба поставить вот-вот. Но я и так неплохо дефаю. Думаю, даже хп апать не придется. В данной ситуации можно заказать 7-8. Теперь я уверен, что он пойдет в деф, скорее всего. И можно немножко пожестить. Ну, хотя 7-8 это не жесткий ламбер, а скорее стандартный. Так. Добей птичек, добей пацанов. Может он слать на самом деле на 16-ю волну. Так. Хочу я все-таки заказать 7-9. Хоть это несколько авантюрно. Ну то есть много он не кинет, во-первых. И мне кинга качать не сильно много нужно будет. Вот.
да, Турсу зачем-то. Не знаю зачем. Думаю, что я пропущу, возможно. Так, капитан Рапти. Наверное, нет сейчас. То есть они выполняют роль просто мяса. И в дальнейшем тоже будут выполнять роль мяса. Так, он пропускает. Да, видимо, он все-таки сделал себе ламбер. Ну и у него пик, не дефающий 14-ю волну. Вот он начал кинга качать. Хотя, может быть, я заблуждаюсь, и он будет тоже слать на 17, например. Качает реген. Посмотрим, что он там придумает. Так. Пора ставить уже минеров. Так, на 16-й нужно будет дерево. Тут я удалю только агрищую часть. Дальнего я оставлю. А, хотя у меня минер. Так что можно все удалить. Так, value у нас не хватает. 600. Аж. Но при этом умеется. Много леса. Я вот думаю, что возможно можно было кинуть на 15, потому что у него хп очень мало, и даже если демон проходит, то он может мог бы убить. Хотя не стоит рисковать, короче. Так. А по минера остается 190. Так. Ну, с учетом засыла, я думаю, мне хватит на 2 минера. Мне думается. А, и вообще я сейчас поставлю еще краб, потому что он может и заслать, и я и так пропускаю, по идее. У меня слишком много хэви всякого. Нет. Решает он не слать. Ну, сейчас я сначала посмотрю, сколько я пропущу. Сразу не засылаю. Все равно засылаю маленький, поэтому нет смысла прямо там по таймингу засылать всяких кракенов. Так, 14 штук. Ну, это я дефну. Но хп я еще подточу все равно. Кинг у меня успеет отрегенить. Так.
закинул вторую кряку тогда. И варлока там еще закинул. Бум. Так, убираем. Краба. И ставим еще одного минера. Ну, как я и думал, то есть мне хватило. В общем, на 4 минера. Хорошо. И под своей гребшой это будет неплохо. Так, кидаем варлока. Так, ну и чё, накурить что ли? Хотя бы не парочку. Сколько вот успею. Потому что все равно что-то меня кондрати хватает. Нет, засыла нет. Ну ладно, подстраховался. Хорошо, дефет. Значит, что-то нашел. Вряд ли это ГГ. Может, деревяшки какие, не знаю. Всякое может быть. Демон дать идет. Да, это он тут должен дефнуть все. Как мне думается. Да, дефает он. Так, что мне дальше делать с моим пиком? Уязвим я сильно на какой? На 24-й. 23-й, в принципе, тоже. Так. Ну, можно набивать value пробовать просто. То есть кинуть ему, например, на 20-ю волну. Там уж думать. Никто и не думает. Явная игра на деньги, поэтому никто так просто сдаваться не будет. Вообще инком довольно маленький. И может быть уже тут все опасно слишком. То есть любое неверное движение. И тут мне может быть ГГ. То есть, например, если я сейчас решаю апать кинга вталого,
Он в Талово будет делать 7.15 и копить. Я ему просто позволю накопить очень много леса, и он может меня убить все-таки на 24-й волне. Вот. Еще, то есть, а другой вариант, это, то есть, копить самому, что я пока делаю, но при этом у меня слабый инком и просадка по value. Но у него тоже просадка за счет того, что он Apple King. Так. Что-то я прям не знаю, что делать в этой игре. Непонятно. То есть знал бы я пик, было бы мне намного проще. А так я не очень понимаю, что у него, и из-за этого могут быть проблемы. То есть сейчас делать 7.15 я не вижу смысла. Это опасно. Итак, у меня жуткая просадка. Но, блин, все-таки я предпочту посмотреть на его пик, там уже решать, что делать. Потерял я, конечно, на этом деле, то есть порядка 100 там, или может быть 200 голды. Тут сколько уровней я не точил кинга. Так, он тоже не шлет. Ну да, все понятно. Просто, возможно, лучше кинуть в размен на какую-нибудь 23-ю волну. Так, пошел расфокус. И мне придется кингапать. Плохо. Все, вставляем. Он же то ли дефает, то ли одну пропускает, пока непонятно. Одна. Ну, это распокус, такое дело. Ну да, он тоже копит. Строю я ауру сейчас. Только бы успеть. Танки, вертолеты, два грифона. Думаю, 23-я волна все-таки подойдет под размен. У меня все-таки есть слоу. Хотя, с другой стороны, то есть он сейчас видит моего кинга неапнутого, и он понимает, что я буду слать. Можно, например, взять апнуть, например.
сейчас кинга. Просто я не знаю, вопрос дефну ли я. Вот в чем самый вопрос. Вообще его пик больше уязвим на миле волнах. 22 тут не подходит. 23 самое то. ДПС у меня в мутантах. Так, аппараты, наверное, ставить не буду. Поставим еще морту. Ну и дальше буду мутантов делать. 23-й волне, я думаю, мне милишников достаточно. Хотя пофиг, отменим. Так, 5000. Думаю, ему должно хватить. Так, чё слать? Значит, пару варлоков точно надо, пару телег надо, тайдуху надо. Пуджа, наверное, не буду слать. Обойдемся крякинами. Покидаю мелочи. И кину 3 кряки. Остается, ну, еще одного минера могу. Хорошо, на, вот зараза. Что ж, тогда просто морту добавлю. Кряку. Ну и все. Оставляю на ап хп. Хотя лучше накурю пацанов. Он не шлет. Это значит, что я смогу апнуться, если он все-таки дефнет. Может, он и вовсе передумает слать, не знаю. Штучек 18 бы было бы неплохо. Нет, АДФ. Это уже деф будет по любасу. Ну ладно, хотя бы заставил апнуть кинга. Так, сам я апнуть не собираюсь. Может, он, конечно, и кинет. Но мало тогда получится у него. Нужно копить дальше. Уязвим на 27-й волне.
очень сильно. Тут считаю, что он мог кинга вообще не апать. Но что-то он психанул. Так. Что нам строить, господа? То есть, по идее, нам нужно сейчас сделать, то есть, войско, танчащее войско. А это у нас морты. Хорошая защита, по сути, от всех волн милишных. Ну вот, 24-я, конечно, немножечко пугает. Так, ставим аппарата. Ферма. Поставим краба, что ли. Накурю мужиков, потому что что-то все равно боюсь. Ах, блин, краба забыл. Ну ладно. Передев есть. Так, два демона, четыре кряки. Да, это может быть опасно. Сейчас можно уже апаться по-любому. Так, демонов стак. Хорошо бы, если бы я бы их убил. Ни одного я не убиваю. Ну давай одно. О, хорош. Одного убил. Так, регена у меня нет. И много дерьма всякого сзади. Кажется мне, что это поражение. Поражение. Сохранять не буду. И сейчас продолжим.